Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя», друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 21 октября. Обязательно в этот день брось щепоточку соли в окно и скажите магические слова. Любые неприятности, проблемы, все то, что вас волнует, все уйдет в небытие. Как правильно это сделать и почему именно в этот день, далее все в этом видео. Друзья, прямо сейчас ставим лайк этому видео, вам это ничего не стоит, а нам пряный так лайк, и мы с вами продолжаем. Итак, сегодня 21 октября, в этот день стоит сосредоточиться на решении своих старых проблем. Постарайтесь получить ответы на вопросы, которые тревожили вас в последнее время. У вас будет шанс положить конец давним разногласиям, урегулировать любые конфликты, наладить отношения с коллегами. Старайтесь сегодня не вмешиваться в дела друзей, даже если они вас об этом и попросят. Дадите совет, он окажется ошибочным. Вы сможете завязать интересные знакомства, произвести благоприятное впечатление на людей, чье внимание вам не безразлично. Вы сегодня не сможете ошибиться в людях и проникнетесь симпатией только к тем, кто ее заслуживает. Сегодняшний день хорош для карьерного роста. Правда, для достижения вот таких вот высоких целей вам придется много работать и трудиться. Сегодня можно строить долгосрочные планы, вы правильно оцениваете ситуацию, и сегодня у вас даже проснется у кого-то дар предсказателей, вы ясно почувствуете, что ожидает вас впереди и как будут развиваться события. Сегодня можно увидеть перспективы, которые раньше ускользали даже от взгляда самого внимательного человека. Но вашему активному продвижению инициатив вперед будет способствовать удача. Будьте сегодня внимательны, не допускайте грубых ошибок, и вы тогда точно сможете добиться успеха. С деньгами сегодня постарайтесь быть поаккуратнее, особенно с общими и чужими. Работайте в удобном для вас темпе. Нетерпение ни к чему не приведет. Вы получите наибольшее удовлетворение, если будете разумно и осторожно использовать свои собственные силы и ресурсы. И принимать вещи такими, какими они есть. Используйте сегодняшний день и для деловых дискуссий, для сложной мысленной работы или другого интеллектуального задания. Вам должно быть сегодня легко одновременно достигать долгосрочных целей и текущих подробностей. Если вы не хотите брать на себя повседневные обязанности, вам следует выделить несколько приятных моментов. Делайте свою работу не только для своей компании, но и для себя, для своего благополучия. А также рассчитывайте тоже только на себя, так как помощи вы ни от кого не получите. Сегодня вы почти не замечаете напряжения, и все дела у вас получаются с первого захода. Ваш ум работает очень четко и ясно, и вы можете не замечать и не обращать внимания на сложные отношения в коллективе. Посмотрите сегодня по сторонам и подумайте, возможно, не всем коллегам можно доверять. Сегодня вас привлекает все особенно новое, и вы открыты для соответствующих встреч с противоположным полом. Все будет складываться и идти в нужном для вас направлении, только не торопитесь и не требуйте слишком многого от других. Больше доверяйте коллегам, и если затрудняетесь с ответом и на какой-нибудь вопрос, то советуйтесь с более опытными сотрудниками своей компании. Сегодня у вас будет шанс заключить выгодные сделки. Вас просят взять на себя ответственность за свои действия. Но прежде чем принять решение, вам все-таки стоит хорошенько подумать. Если вы вложите всю свою энергию в достижение своих целей, то в успехе не будет недостатка. На работе все будет складываться удачно, однако стоит обратить внимание на составление документа. Внимательно составляйте и проверяйте каждый пункт, чтобы не допустить никаких ошибок. Особенно это будет касаться специалистов, чья деятельность связана с цифрами и точными науками. Им придется проявлять особое внимание ко всем деталям. Обязанности – это не совсем то, что вам особенно нравится в этот день. Постарайтесь подойти к теме удовольствия и долго правильно, не ущемляя себя ни в том, ни в другом. У вас есть смелость сделать то, что раньше считалось невозможным. Сегодня у вас должен быть в основном положительный опыт. Сегодня откажитесь от привычки всех опекать, поучать и давать советы, а также займитесь собой. Сегодня можно браться за реализацию каких-то проектов, которые были задуманы раньше. Вы упорные и решительные, и хотите добиться многого, и это вам, несомненно, удастся.
Все ваши планы очень скоро воплотятся в жизнь, а внедрение их сулит вам и материальное благополучие. Однако карьерных взлетов или падений пока ждать все-таки не стоит. Все будет идти плавно и уравновешенно. От работы сегодня вы будете получать только удовольствие, вероятно, удачные покупки. Особенно будьте внимательны при покупке продуктов, обязательно проверяйте срок годности. Если вы страдаете аллергией, обязательно держите сегодня при себе лекарства, ведь для вас наступает, к сожалению, не самый благоприятный период. Если деньги и материальные ценности слишком сильно определяют вашу цель в жизни, сейчас самое время их отпустить. У вас всего есть измеритель отличного настроения. Поэтому воспользуйтесь шансом изменить то, что вам не подходит. Это пойдет вам на пользу. Также сегодня стоит быть осторожнее с деньгами, поскольку возможны финансовые потери и, возможно, неоправданные расходы. Не стоит затевать конфликты и участвовать в уже начатых конфликтах. Постарайтесь сегодня не брать денег в долг и не тратить их на какую-нибудь ерунду. Откажитесь сегодня и от спонтанных покупок. Возможно, сегодня незапланированные поездки. Скорее всего, они будут довольно утомительными, но интересными и оставят очень приятное. Сегодня могут поступить предложения, которые будут касаться вашего трудоустройства. Здесь не спешите принимать решения, пожалуйста, взвесьте все плюсы и минусы. Не всему надо безоговорочно верить, всегда лучше опираться на проверенные связи. У многих появятся какие-то дела, важно не откладывать их. Время для обсуждения семейных проблем как раз очень подходящее. У вас есть шанс найти решение, которое устроит всех. Главное не нервничать и не суетиться. День подходит для укрепления семейных связей. Друзья, по лунному календарю сегодня 25 и 26 лунные сутки, убывающая луна в знаке зодиака Дева. Очень важно, чтобы вы себе не позволяли сегодня пустые разговоры, потому что они будут не только отнимать у вас драгоценное время, но и энергию. И также держитесь от людей, которые двуликие, то есть с одной стороны они вам улыбаются, а с другой стороны за спиной держат нож. Сегодня очень важно, чтобы вы доверяли своей интуиции. Также в этот день, пожалуйста, никому не рассказывайте о своих планах, не делитесь тем, что у вас что-то уже получилось, потому что злые языки могут пробить ваше биополе, и помните, что чужая зависть творит не чудеса, а большие проблемы и горе. Также, если у вас есть возможность, то обязательно в вечернее время посмотрите на небо, потому что вы можете увидеть звездопад Ориониды и загадать желание. Также обращаем ваше внимание, что сегодня не нужно начинать что-либо новое, но в то же время доводите начатое до конца. Очень важно, чтобы в этот день вы все делали это медленно, не спеша, никуда не торопились, если, конечно, хотите избежать перенапряжения и нервных срывов. Защитите себя от случайных контактов и неожиданностей. Отдыхать сегодня даже полезно, и если и работать, то лучше всего это делать в одиночестве. Потому что в этот день в людях не кипит энергия, чувствуется где-то лень, апатия, а коллективная и совместная деятельность, как правило, не работают. Также обращаем ваше внимание, что больному человеку в этот день важно быстро получить помощь. Будьте очень внимательны к своим близким и родным людям. Хорошо делать сегодня лечебное голодание, а также проводить оздоровительные процедуры. Что же касательно стрижки волос, то стрижка волос сегодня только для смелых, для инновационных, экстравагантных стрижек и укладок. Это все будет отличный день. А еще хорошо сегодня покрасить волосы в непривычный для вас цвет. Но обычная стрижка, которая сохранялась у вас годами, сегодня того не стоит. Можно получить не тот эффект, на который вы рассчитывали именно в этот день. Также, друзья, обязательно сегодня нужно провести практику, потому что благодаря этой практике вам будет оказана энергетическая помощь. Поэтому, если у вас сложное какое-то эмоциональное состояние, и вам не хватает энергии, вы расстроены, вы недовольны, то сегодня, в любое время, 21 октября,
когда вам будет удобно, возьмите левой рукой небольшую щепоточку соли, открываете окно, либо выходите на балкон и сдуваете со своей руки эту соль. И сразу же скажите следующие слова, буквально один раз. «У светлых сил я помощи прошу для себя, для дома своего. Я сдуваю все тревоги, все проблемы. Я призываю в жизнь процветание, комфорт и благополучие. Я становлюсь магнитом для счастья. Да прибудет помощь свыше для меня. Сказанное да исполнится». Когда вы сказали, после этого закрываете форточку или окно, но балкон, идите, занимайтесь своими делами. Сегодня можете эту практику провести, друзья, в любое время. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. И обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, и эта информация будет полезна и важна. Друзья, прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Там много ценной, важной, нужной и интересной для вас информации. Друзья, всех вам благ. Услышимся с вами в следующем видео.